сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения в СМИ, белореченцы продолжают попадаться на уловки мошенников. С развитием информационных технологий у злоумышленников появляется все больше возможностей для обмана. Поэтому принцип «предупрежден, значит вооружен» всегда остается актуальным. Как не стать жертвой мошенников, расскажем в нашей постоянной рубрике «По оперативным сводкам». За прошедший месяц в отдел МВД Белореченского района поступило более 20 сообщений о мошенничествах. В большинстве случаев это были факты обмана с помощью мобильной связи и сети интернет. Под предлогом продажи или покупки товара на сайтах бесплатных объявлений мошенники узнают пин-код банковских карт потерпевших и списывают оттуда деньги. Бывает и так, что граждане сами переводят немалые суммы за еще не полученный товар, не удостоверившись в надежности продавца. Также известен случай, когда мошенники, позвонив жертве по телефону, представились работниками банка. Якобы для защиты от мошенников они выяснили пин-код банковской карты и списали деньги со счета. Если вы не хотите стать жертвой мошенников, не сообщайте никому пин-код и номер своей банковской карты. Также напоминаем, что если вам поступило сообщение на сотовый телефон о том, что вы, близкие родственники, попали в беду, о том, что ваша банковская карта заблокирована, о том, что вы стали обладателем какого-либо выигрыша, но ни в какой лотерее вы не участвовали, не торопитесь выполнять указания того, кто говорит с вами по телефону, как бы он ни настаивал на этом. Прервите разговор. Перезвоните родственникам, уточните информацию, которая вам была сообщена по телефону. Созвонитесь с банком по номеру телефона, который указан на вашей банковской карте. Будьте осторожны, не обогащайте мошенников.